На работу в ЖКХ только с дипломом. В северной столице стартует партнерская программа между одной из городских управляющих компаний и колледжем строительной индустрии. Свою квалификацию в образовательном учреждении могут повысить уже работающие специалисты, а вот выпускники колледжа получат места прохождения практики и возможное трудоустройство. По мнению руководства колледжа, подобное соглашение только привлечет абитуриентов. Я очень надеюсь, что это повлияет на количество абитуриентов и что открываемая специальность сервис домашнего городского хозяйства будет у нас конкурсной специальностью. Как отмечают специалисты, отрасль в последнее время испытывает сильный недостаток квалифицированных специалистов, причем европейского формата. Мы очень заинтересованы в том, чтобы привлечь свежие новые кадры, которые придут со свежими новыми идеями и позволят оказывать услуги несколько другого качества, да, не, так скажем, европейской направленности. Да. Хочется сделать наши дома более красивыми и общение с жителями более клиентоориентированным.